Где там? Здравствуйте. Меня зовут Гурячая Татьяна, город Миасс, Челябинская область. На протяжении вот этих дней со мной происходили очень разные процессы, о которых я очень хотела бы сказать. Потому что в какой-то момент меня что-то злило, в какой-то момент, да, было вот прям вот раздражало, я не могу, ну, видимо, это работа над собой была. В какой-то момент, например, на Виталии Сундукове я просто на протяжении всего выступления просто рыдала. Я не могла объяснить, потому что это шло вот откуда-то отсюда. Но самое удивительное происходило вечером, когда проходили вот эти обучения, и я понимала, куда нас привел начальник, куда он ведет нас. Потому что вот то, что давали преподаватели, в каком направлении они давали, и куда мы пойдем, если мы возьмем это себе, если мы нас 130 человек передадим хотя бы нескольким людям нашего консультанта, если мы им передадим не просто слова, а то, что мы чувствуем, и мы начнем жить этими методами. Я представляю, как, знаете как, бесконечность, да? То есть получается, это вот как математика. Что происходит в математике? Начинается множиться, размножаться, и совершенно другой будет мир, совершенно будет другой уровень. Но очень важно для меня, вот для самой, не просто осознать это. Для меня, для самой очень важно приехать, сложить все, скорректировать и выложить, потому что передать Сундукову невозможно, передать Нечаеву невозможно, передать Довгане невозможно. Но вот, то, что, вот точно знаю, что будем петь Галю. Обязательно, безумно. Причем сегодня как все пели, вот настолько слаженно было. Как будто мы вместе много-много лет, вот на самом деле. Точно знаю, что очень хочу прямо вот в своем офисе постелить эти и растяжечки поделать, вот эти коврики. Обязательно это сделать, потому что открывается сердце, открывается душа. Открывается вот какой-то третий глаз, и какие-то понимания приходят необычные, неординарные, они абсолютно другие. По крайней мере, это происходило со мной. Огромное, громадное спасибо, потому что вот, ну, просто очень все мне нравится.